эфире очередной выпуск программы «Спортцентр ТВ» и я, ведущий Сергей Волков. Что общего между композитором Бетховеном, отцом космонавтики Циолковским и художником Сальвадором Дали? И нашим героем нашей сегодняшней передачи. Сейчас вы увидите визитную карточку и обо всем догадаетесь. Сергей Доркичев. Заслуженный мастер спорта по футболу. Родился 4 февраля 1982 года в Куйбышеве. Футболом начал заниматься с 1995 года. С 2002 года вошел в состав национальной сборной России среди слабослышащих. Чемпион сырдолимпийских игр по футболу. Бронзовый призер чемпионата мира среди слабослышащих. Чемпион Европы по футзалу. Серебряный призер чемпионата мира по футзалу. Серебряный призер чемпионата Европы. Двукратный чемпион России. В 2013 году закончил Самарский государственный социально-педагогический университет по специальности социальная педагогика. Сейчас учится на первом курсе Поволжской социально-гуманитарной академии по специальности адаптивный спорт. Работает тренером по футболу в Дюшор 9. Женат, растит двух дочерей – Ариану и Алису. Артист ансамбля жестовой песни «Самарские звезды», лауреат многих всероссийских фестивалей и конкурсов. Мы находимся в универсальном спортивном комплексе «Орбита». Его недавно сдали. Для представителей игровых видов просто шикарные условия. Просто можно позавидовать. Вот здесь и тренируется сборная команда Самарской области среди инвалидов по слухам. Знакомьтесь, Сергей Доркичев, капитан футбольной команды и духовный, что ли, лидер и наставник наших инвалидов. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. Ну, мы находимся вот на обычной тренировке. Судя по всему, вот недавно вы сюда заехали. Как вообще вам нравятся эти условия? Ну, если честно, замечательный вообще зал. Таких фоек тренироваться, это просто душа играет. Вот, когда здесь играешь, вот, до этого мы занимались на «Локомотиве», где-то были возможности. А большую часть времени мы, конечно, проводили на улице. Мини-футбол, синтетики, сами понимаете, нестандартно. На снегу? Да, снегу, снег чистим, мороз, пальцы отмораживали, чего только не было за это самое. И вдруг случилось чудо, всегда, да. А сейчас вот мы заехали, вообще просто сказка. Вот, не знаю, но радует, душа поет, то, что... Такие условия замечательные. Ребята как бы тоже мотивированы все тем, что нам предоставили такие условия, поэтому я думаю, что то есть подготовка у нас сама, в принципе, должна идти, как говорится, на подъем, потому что мы в прошлом году выступили на чемпионат России по футзалу, показали неплохой результат, 5-е место из 20 команд. Позапрошлым у нас это чуть выше. Это сборная команда Самарской области. Да, сборная Самарской области. И потом позапрошлым у нас, значит, 4-е место было. Ну, на одну ступеньку отступились, там где-то не повезло, соперники попали, то есть мы на сильнейших, поэтому... Ну, у нас такая команда, сборная непредсказуемая, всегда к чему-то начинаем хорошо, а потом всегда попадаются нам самые неудобные соперники. Даже иногда порой думаешь, ну что, специально, что ли, судьи так делают, чтобы нас как-то... Вот. Ну, это испытание. Владикавказскую команду мы топили. Против Волгограда тоже давали бой, отпор, самые с Астрахани тоже самые чемпионами. У нас молодое поколение сейчас вот растет, молодые ребята. То есть вы готовитесь сейчас взять реванш, да, у своих основных соперников? Да, я с ними работаю, Дюшор 9, работаю тренером-преподавателем. И, конечно же, сам продолжаю играть, сам и не завершаю карьеру, хотя мне 34 года. Многие говорят: «Сережа, ну не дашь тебе 34, но...» Ну, кто-то бывает там на ушко: «А когда же ты завяжешь с футболом?» А что, молодежь подпирает уже, да? Молодежь подпирает? Ну да, в окна двери стучат уже самые. Борные уже сейчас вот омолаживают. Тренер дал понять всем ветеранам. Ну как нас считают? Я 2002 года в составе сборной России играю. Поэтому у нас самый основной костяк, который... Мы уже, как говорится, 10-12 лет вот уже играем вместе, да, плечо к плечу, как говорится, мы все друг друга хорошо знаем. И благодаря тому, что мы так много долго играемся, и у нас результаты идут
Сначала у нас... Сереж, а ты знаешь, что немногие наши самарские болельщики знают, что вот здесь среди тех футболистов, кто сейчас тренируется, три заслуженных мастера спорта по футболу. А еще двое-то, вот покажи, расскажи, пожалуйста, о своих партнерах. Алексей Коман и Роман Мафтиус, заслуженные мастера. Роман Мафтиус вот в синей водолазке, это вот самый... Заслуженный мастер спорта. И Алексей Коман, такой же маечки, как я. Три заслуженных мастера спорта по футболу в Самаре. И сейчас Сергей Доркинчев объяснит, почему о них мало знают фанаты футбола. Чем можно объяснить, что сразу такое представительство в национальной сборной? Три человека, это же почти треть команды. Я так скажу, почему нас мало знают, потому что мы мало светимся. Как-то надо информацию доносить до издательства, как вот самое, как обычно, вот как вот прошли соревнования, надо в издании какой-нибудь раз информацию бросить. Ну, вот пятое место, конечно, это не самый сильный результат, который был в прошлом году, но зато вы и чемпионы сурдоолимпиады. Кстати, кто не знает, что такое сурдоолимпиада, это те же Олимпийские игры среди обычных спортсменов. Так что вы-то великие просто футболисты. И чемпионы сурдоолимпиады. Чемпионы Европы. И чемпионы Европы. Я хочу сказать по себе. Смотрите, у меня вообще как-то интересно получается. Чемпион Европы по футзалу, значит, победитель Олимпийских игр. Остальные у меня, получается, серебряный призер Европы, значит, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер Европы, бронзовый призер чемпионата мира. Ну все, визитную карточку, Сереж, мы знаем. Да, Мафтиус чемпион Европы был по футболу в 2012 году. У меня в это время, я восстанавливался после травмы, не получилось поехать, правда. Он стал чемпионом Европы по футболу, ты самый. А вот чемпионами мира, не знаю, у нас почему-то не получается стать. Ну, если вы такие футболисты великие, чемпионы Европы, сурдоолимпийских игр, ну почему вы не играете за Крылья Советов? Не знаю, да, я что-то засмутился. Почему вас не берут в команду? Ну, здесь, наверное, скорее связано со слухом. А первое время было, то есть было одно время, когда меня как бы пробовали там самое. Ну, начинал еще тогда, как бы, какие-то пару тренировочек я у них проводил, то есть, ну, вся проблема в том, что была со слухом, там... То есть это другой футбол? Мафтиуса тоже, у Ротенко пробовал самый, ну, один минус то, что слух, вот в чем. Там тихо говорят, естественно, но как-то расстояние, парнишка трудно улавливает. Там только за счет глаз, как бы, арестуют. Увидел какое-то упражнение, что делать. Ну, как-то немножко остаешь. Да. А у нас совершенно по-другому. У нас тренера работают, они владеют жестами. Вот в чем. Тренер сборной России тоже самый. Был до этого Ерастов у нас, слышащий тренер, то есть, вот, который нас вот, привел команду к чемпионству, к славе привел. С Олимпийские игры мы стали выигрывать. Это благодаря тренеру Александру Николаевичу Ерастову. Подготовил команду до должным уровнем, то есть поставил тактику, технику, как, куда двигаться, это самое. Поэтому он тоже не владел жестами, но старался как-то осваивать дактиль в жестах, это самое. А ты, кстати, вот как с ребятами разговаривали? Жестами в основном? Жестами, да, на расстоянии жестами, самое. Если кто-то говорит, считываем по губам, так, да. А ты знаешь, что среди всех людей, которые потеряли слух, надо сказать, что среди них есть и футболист Анатолий Масленкин. Ты знаешь такого? Рассказываю. Великий советский футболист Анатолий Масленкин был чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне и победителем чемпионата Европы 1960 года. И оказывается, что даже глухонемой футболист может отлично справляться на большом поле, в большом футболе, проявить себя, и это доказывает его пример. Значит, не все так плохо, не как думается. Плохо, значит, да, это, мне кажется, все-таки зависит больше от психологии тренера команды, да, мастеров. Да. Только от этого. Потому что, ну, как-то непривычно. Ну, вот, ну, не слепого же, как ты в конце берешь в Крылья Советов. Ты берешь человека, который уже имеет какие-то определенные навыки и уровень мастерства, и можно его подтянуть. Ну, если вот честно, вот на Олимпийских играх мы выступали вот последний раз в 2013 году в Болгарии.
встречались, значит, мы полуфинале с немцами. Я помню, ну, фамилию не помню, игрока немецкого правого защитника. У него контракт, он играет в профессиональном футболе, то есть в профессиональном клубе. Ну, вот тебе, пожалуйста, пример. Первой лиги, то есть от самой, то есть мы с ним общались, тоже потери слуха у него, самый, как-то, то есть я у него спрашивал, как вообще ты понимаешь тренера, он говорит, он, то есть не разговаривает, глухой. Совершенно глухой. Но говорит, я говорит, смотрю по губам смотрю и стараюсь запоминать все упражнения, которые вот первичные, то есть начинают ребята делать, он раз глазами и за счет понятия, то есть того, что было когда-то отработано вот эти упражнения, вот он как-то вот так подтягивается к команде. Ты знаешь, играет. Мы с тобой говорим совершенно на родственных языках. Да. Почему? Я занимался легкой атлетикой, бегал барьеры и бегал без очков. У меня плохое зрение было. И когда ненастная погода, когда идет дождь, там тучи свинцовые, бежишь и барьера порой не видишь. Но ты, у тебя уже развито чувство ритма, у тебя развиты какие-то другие ориентиры, и ты свободно пробегаешь эти барьеры и довольно точно технично исполняешь это все. Значит, подключаются другие факторы какие-то, да? Вот так, так наверное, и в вашем футболе тоже ориентируешься на какие-то другие сопутствующие какие-то вещи. Ну, если в плане этого... Или взаимопонимание даже. Взаимопонимание скорее. Язык футбола, он все-таки универсальный. Ну, футбол, ну, это понятно. Мяч, тактические, технические действия, это понятно. Но у нас все происходит за счет взаимопонимания соперника, тренера, допустим, тренера. Вот то, что он дает понять, что ты должен делать, что нужно делать, что не нужно делать. И ты стараешься как-то это все запоминать. Мы со двора начинаем же играть в футбол. Я вот как начинал в футбол играть. Слышишь ты или не слышишь? Скидок не было. Не было, да. Тебя совершенно нормально ко мне относились. Да, знали, что я плохо слышу, нормально относились к этому. Даже ну, не подозревал того, что там кто-то что-то передразнивал, как-то меня как-то унижал. Не было. Но не дразнил. Я такого не встречал никогда сам. Благодаря родителям своих, то, что они меня как бы правильно воспитали, то, что дали речь правильную самую, маме благодаря. Да, а ты инвалид с рождения, не приобретённый. Да, с рождения. Ты перед Новым годом играла за сборную ветеранов «Крылья Советов» против команды глухонемых, ваших же против ребят. Своих тех, своих воспитанников. Да. А вот интересно, а вот чувство зависти, вот есть ли у игроков «Крылья Советов», что вот ты такой великий, а у них нет вот ни званий даже простых мастеров спорта? Вот, не почувствовал, вот, что, ну, что я, наоборот, я, они, наверное, ущербные? Я, если честно, я никогда не ставлю себя выше другого человека, даже если перед ветераном совет, это, считаю, неправильно будет. Неправильно. Каждому по-своему давно. Вот, у нас совершенно другое. У нас адаптивный вид спорта. Поэтому наши возможности, это наши возможности в адаптивном виде спорта. Поэтому в здоровых у них как-то по-другому, да. Там конкуренция большая, действительно, людей много, а инвалидов у нас мало. Вот нам-то где-то как-то повезло, поэтому я никогда не говорю, даже среди своих друзей, там, кто-то меня называет, о, чемпион пришел, когда мы с тобой посидим, там. Ну, так я, подкалывали, если честно, да? Чуть-чуть да, подкалывали, да, да. Я никогда, то есть, не делаю вида того, что я на две головы выше их, никогда. Я со всеми равен совершенно. Со мной можно всегда нормально, то есть, поговорить. Ты все-таки не раскрыл самую главную большую военную тайну. Но почему именно у нас-то в Самаре вот столько ребят великолепных инвалидов по слуху и блестящих футболистов? Вот как-то можно это объяснить? Ну, скорее всего, то, что мы работаем, наверное, отделение футбола есть у нас, Дюшор 9. Вот, поэтому мы как-то держимся. То вот есть вы слава. принимаете всех, у нас как да, начиналось? Ребята? У нас же сначала хоккеисты были, это был 95-й год. Я же начинал у Славы работать еще 95-го года, я у него начал заниматься, начинал я в хоккей. Мы выезжали на первенство России, выигрывали постоянно, играли там на область, золотой шайбе участвовали, выигрывали тоже там против ЦСКА УВС, мы как бы конкурировали, были такие у нас игры прям. А потом сложились обстоятельства такие, что хоккей у нас, значит, по адаптивному виду спорта развалился, самый. Открыли отделение футбола.
Слава же возглавил тренером, стал работать. И все те же хоккеисты, кто были, перешли в футбол. Ну вот, вот так получилось, что до сегодняшнего дня я в футбол играю. А у нас периодически был. То есть мы зимой катались на коньках, то есть летом на футбол переходили, ездили в лагерь, готовились все время, как футбол был. То есть куда бы ни ходили, у нас повсюду футбол был, как бы вот так. Но вы сейчас к чему готовитесь? Что ждет вас в этом году? В этом году нас ждут самые-самые, можно сказать, великие игры, которые они проходят один раз в 4 года. Сурдолимпийские игры, которые состоятся в Турции, в городе Самсун, 18 июля по 30 июля будет. Вот мы, у нас как бы начался процесс. У меня, у Романа, всех, кто входит в состав сборной России, сейчас вот как бы мы готовимся. С каждым годом конкуренция растет. Турция, Украина, Англия, Германия. Тяжелее и тяжелее становится играть. А вы не боитесь, что эхо допингового скандала оно коснется, да, и судоолимпийскую сборную? Я стараюсь об этом не думать, но там уж очень больно, конечно, было на душе. То, что как поступили с нашими олимпийцами, особенно паралимпийцами. Ну, спортсмены совершенно ни в чем не виноваты. Но как вот взять вот так их вообще отстранить от участия в паралимпийских играх? Ну, у любого спортсмена, ну, она мечта всегда, вот, не знаю, вот просыпаешься утром, вот у тебя стоит мечта быть олимпийским чемпионом, паралимпийским чемпионом, там, сурдолимпийским чемпионом, да, и тут взять, вообще просто лишить, не дать возможности никакой, это просто, не знаю, ну, как гром среди ясного неба, это считают, поэтому тоже боюсь. Боюсь, не дай бог, до нас так еще докопается, поэтому не хочу я об этом думать. Ну, давай не будем о грустном, поговорим о будущем. Вся футбольная Самара с нетерпением ждет чемпионата мира по футболу 2018 года. Я так думаю, что ты уже, наверное, прикидываешь, где и как ты будешь смотреть чемпионат мира. На стадионе, естественно. Скорее всего, на стадион, конечно, поеду. Ты уже прикинул, где будешь сидеть, в каком секторе, купишь куда билет? Ну, не знаю, надо подождать, когда еще стадион построят, а там уже буду, конечно, куда-то обращаться, естественно, сейчас, чтобы, как говорится, не прохлопать все это как-то, там уж важные такие события, посмотреть на звезд мирового уровня, которые будут и в Самарской области, и у нас на нашем стадионе играть всегда интересно. Как ты думаешь, самому-то хочется сыграть на таком стадионе? Выйти на поле, конечно, сыграть с ветеранами Крыльев Советов? Ну, хотя бы. Да, я вообще не говорю ветеран, с основными Крыльями Советов. С кем-то, но, конечно, на таком стадионе всегда есть такое желание-то. У меня еще тогда... Я еще был 14-летним пацанишком, на «Металлург» ходил постоянно. Болел там, и коряк, и там кумир был мой, там, ну, все время болел душой. Прям вот всегда, вот, когда я смотрел футбол, всегда себя представлял. Майки Крылья Советов, я бегаю по «Металлургу», друзья там, болельщики за меня там, в общем-то, были такие представления у меня самые. Может быть, и это тоже зацепило, что прям надо футболом заниматься серьезно, как бы. И только был связан с футболом. У меня что-то вот даже в школе вот учился, да, были моменты, когда были трудности, учителя там что-то делали, замечания. Почему, Серега, ты не успеваешь? У меня были там, не успеваемся. Все дело в том, что я больше времени уделял футболу. Я допоздна мячик пинал, бегал. До 9, до 10 вечера бегал. Домой возвращался, у меня коленки ободранные, все, кроссовки. Родители не успевали покупать мне кроссовки, кеды, говорит, самые бутсы. Было такое время, а потом уже, когда... Вот, пришло время, когда школу закончил самый уровень мой поднял с 2002 года. Я в сборную попал, значит, еще тогда в первом международном турнире в Воронеже выступил самый, где я забил. Это первый гол свой на международном уровне белорусам. Да, я забил белорусам. И тогда вот тренер сказал мне, говорит, ты левша, говорит, у тебя большое будущее, говорит, самое. Ну, может быть, и поэтому, то, что я левоногий, и как бы у нас дефицит в этом плане, да, преимущество, да, левый фланг, то есть как бы там потребности больше левоногих, поэтому благодаря этому я столько лет в сборной. Бытует такое мнение, что футболисты самые обеспеченные люди.
Поэтому, ну, теперь ты с кроссовками, у тебя все в порядке. Mm-hmm. И, естественно, ездишь ты, как и игроки «Крылья Советов», но на самом крутом автомобиле. Это так? Да, да. Самара, как ты считаешь, заслужила того, чтобы принимать чемпионат мира? Вот по своему отношению к футболу. Да, да. У нас самые лучшие болельщики в Самаре, Самарской области вообще много. Вот поддерживают «Крылья Советов». И болельщицы. Да, 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 правильно, правильно. Поправочка, да, сам. Почему? Потому что я вот в последнее время смотрю, да, команда у нас вроде бы результатом не блещет, да, а люди все равно болеют душой, даже у кого-то нет возможности прийти, но даже среди вот через друзей как-то вот. Я помню одно время, когда вообще хотели просто команду, я не помню, 7 лет назад, что ли, хотели, митинг собирался в Белом доме. Ты принимал участие в нем? Нет, я не был, у меня там не было возможности. Вот, ну, душой просто, ты был. Потому что люди действительно, если бы не было команды, ну, какой футбол? Ну, как дети дальше будут смотреть на это? Поэтому я считаю, что Самара по праву, то есть заслужила право, да, принимать участие в чемпионате мира. У нас город самый красивый, набережная, чего это стоит, говорит, самая большая, говорит, вокзал, ну, сколько у нас самые красивые девушки в Самаре, вот что самое главное. Нет, у нас и самые известные мастера футбола – сурдоолимпийцы. Ну, у нас мало знают, я не знаю, да. Здесь как-то на другие... Ну, ты тоже, согласись, визитная карточка в футболе Самары, да? Вообще Самару, да. Потому что Самара тоже город красивый, это губерния самый, поэтому... это хорошо, что сейчас вот... то есть как бы строят дороги, меняют транспортную развязку. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы Самара достойно приняла чемпионат мира. Поэтому... А вот из этих пацанов, которые вот сейчас тренируются, члены юношеской сборной, сурдоолимпийской, у кого большое будущее? Вот ты можешь сказать, что из них может получиться второй Доркичев или второй Мартиус? Есть такие, да. Среди молодых. Фамилии можешь назвать? Я могу указать сейчас Оскара Баянова. Он защитник, но... У него, вижу, то есть желание бороться. Ну, чем-то похож на, вот, по характеру на Салагова, который все время борется до конца. Ну, вот я в нем вижу. Потом Москальчук Игнат есть, который полузащитник. Он левоногий тоже самый. Я все свои секреты ему подсказываю, чтобы он что-то тоже как бы я потянулся. То есть, даже их выделили сборный тренер, вот, когда они принимали участие летом. Три наших мальчишки, то есть мои воспитанники, ездили на первенство Европы. После чемпионата Европы они там выступили, заняли 4-е место. Им не повезло просто в последней игре с хозяевами. Просто там где-то засидели, но это говорить не хочется. Самое, на этот момент это самое, ничего страшного. После соревнований, значит, я встречался с тренером, ну, с глаз на глаз с ним общался. У меня хорошие с ним отношения, я тренер сборной. Ну, я задал ему вопрос: ты мне скажи, как мои воспитанники там выглядели? Ну, не ударили там лицом грязь, как не опозорили меня, как вообще, как сам, или я тебя чему-нибудь как-то. И он мне прямо сказал, что есть будущее у двоих мальчишек, у Баянова, значит, то есть самое, и Москальчука, да, который с желанием, то есть борется, у него скорость, значит, преимущество, скорость, завершение атаки, то есть удар хороший у него поставлен, поэтому самое главное, чтобы ребята не расслаблялись. Скажи, пожалуйста, а если вот у нас появится новый шикарный стадион, Самара-арена, мы можем увидеть на ней игру сурдоолимпийской сборной России? Мы можем проводить вот такие большие турниры? Турниры? Можно. Если уж мы чемпионат мира сможем провести, наверное. Если этот вопрос поднимать на уровне сурдоолимпийского комитета России, поднимать принятие, то есть для того, чтобы, ну, здесь проводить такие, как чемпионат Европы, чемпионат мира. Ведь в 2006 году Москва принимала чемпионат Европы по футзалу. Вот,
мир, Европа, то есть по футболу пока еще у нас в России никогда не принимали участие. Я думаю, вот придет мое время, когда я завершу спорт, буду продолжать работать там. То есть я же сейчас параллельно как работаю в Федерации спорта глухих. Буду, конечно, идти в том направлении, чтобы потом как-нибудь организовать, может быть, закинуть, как говорится, удочку, чтобы провести соревнования международного уровня у нас, может, в Самаре или где-то еще, то есть, ну, в России, то есть, это самое главное, чтобы, как говорится, наши болельщики увидели собственными глазами. Хочу сказать, что портрет футболиста Дуркичева был бы неполный, если бы мы не затронули еще одну очень важную тему. Оказывается, я совершенно случайно узнал, что, оказывается, футболист Дуркичев – это еще и прекрасный артист. И он выступает в ансамбле жестовой… Самарские звезды. Ансамбль жестовой песни. Да, Самарские звезды. Футболист Дуркичев выходит на сцену в прекрасном цивильном костюме и исполняет песню. Как это случилось? Расскажи, пожалуйста. 2005 год. Значит, общество глухих пригласило меня работать тренером-инструктором. Да. И одно время там занимались, значит, артисты. Я как-то заходил, спускался в зал смотреть. И Дуркичев запел сразу. Ну, я не знаю, я, если честно, долго ломался, мне как-то вообще, я даже помню свое первое выступление, когда я выходил, у меня все так трясло, прямо так, я не знаю. Больше, чем на футбольном поле. Да, не знаю почему. Но, то есть мандраж. Ну, может быть, да, но это потом все это прошло у меня, я набрал опыта, мы сколько выездов были, лауреатом стал всероссийского конкурса, потом даже лауреатом международного конкурса, мы в Беларуси выступали на международном конкурсе, выигрывали, то есть, кстати, с женой я познакомился благодаря творческой деятельности, у меня жена из Екатеринбурга, мы с ней в Сочи познакомились, ну, переписывались, потом так поняли, что мы не можем находиться как друг друга на расстоянии. Сначала встречались только чисто на фестивалях. Я приезжал, пел, она приезжала, пела. Ну, вот так. А она певица? Да, тоже. Ну, понятно, почему ты запел. Она понятно. У меня и красавица, мисс России, между прочим, да, мисс России среди инвалидов по слуху. Блестяще выступаешь на футбольном поле, блестяще на сцене, можно только позавидовать твоему гармоничному таланту. Талантливый человек, талантливый артист. Давай вот напоследок, вот ребятам, все, кто не знает, что такое жестовая песня, исполним какой-то вот, я не знаю, куплет, четверостишье какое-то, двустишье той песни, которую ты обычно исполняешь, которая тебе больше всего нравится. Я могу даже, мне плохо со слухом, но я могу тоже напеть, если я ее знаю. Витас. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Давай, я буду чуть-чуть напевать, и ты тоже, и показывай, как это будет смотреться. Так, ну давай. 3-4, да. 3-4. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. По утрам, пусть оно заходит к нам. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Ты счастливый человек? Счастливый. Это был Сергей Дуркичев, заслуженный мастер спорта по футболу. Лучший футболист планеты. Лучший футболист. Ну, среди тех, кто умеет играть в футбол. Вячеслав Алексеевич, оказывается, и на самарской земле растут свои бразильцы, кудесники мяча. Да. Как вам удается их отыскать? Сами приходят. Когда вы начинали заниматься вот с Мафтиуцией, с Дуркичевым, вы могли предположить, что ребята вырастут таких вот известных мастеров? Заслуженных мастеров спорта? Мы это время показало, что они заслужили. 6 лет подряд были чемпионы России, между прочим, по юношам. А потом так ситуация сложилась, что я вынужден был идти на футбол. И на футболе то же самое. Стало получаться все? Все получаться стало, да. Вот они выросли.
ну, тут уже будет вот третья Сурдлимпиада, а у Сергея будет вторая. Есть перспективные ребята, которые идут по стопам вот, да, сейчас ребят? У нас юноши очень хорошие появились. Они уже состоят в сборной России по юношам. 3 человека состоят в сборной России. Это Новиков Илья, Воскальчук Никита и Веденеев Данила. Ну и когда все-таки сборная Самарской области станет чемпионом России? Ну это, во-первых, условия надо. Сейчас вот условия вроде появились, зал у нас появился, а то у нас за это уже не было. Будем надеяться, что получится. Ну где, как вот раскопать этих талантливых пацанов, чтобы из них можно было слепить вот хорошую командочку? Ну у нас выбор ограниченный, потому что инвалидов мало, глухих. Из них делаем конфетку. А куда деваться? Выбора нет у нас. Что есть, с тем и работаем мы. Просто из этого, что есть, то есть появляются звездочки. Из этих ребят кто может играть в команде мастеров, ну, допустим, «Крылья Советов»? У нас нет такой цели, потому что они же любители, они профессионалы. Там работают, то есть играют за деньги. А у нас играют для души. Вячеслав Алексеевич, раскройте, пожалуйста, секрет, как попасть в вашу группу подготовки. Что школу поступаете, 117-я. А, вот так вот, да? Да, потому что мы черпаем все оттуда. 4-я школа для глухих, которая находится на РТЗ, все зависит от руководства. Если руководству ничего не надо, значит и не надо. Иначе там и звездочки не появятся. А если руководитель нормальный, адекватный, то есть она идет навстречу, дети есть, набор есть, из этого мы выбираем и готовим футболистов. Ну и последний вопрос. А вот возрастной ценз, он как-то влияет вот сейчас на ребят? Доркичеву 34, Мафтиутси 32. Ну, Как долго они еще задержатся в футболе? Нет, главный тренер сборной России сказал, что Доркичеву это Олимпиада, Сурдлимпиада, это для него последняя. И готовим замену, то есть у нас уже появились 3 звездочки молодые. Будем стараться, чтобы они в сборную России по взрослым попали. Вот и все на сегодня. Мы, конечно же, желаем Сергею Доркичеву новых успехов на футбольном поле и на сценической площадке. Ну, а с вами, уважаемые друзья, прощаемся до следующей программы. До встречи!